чуть-чуть, ну, в целом нормально все. Так чуть подвигался первый раунд, мне казалось, проиграл, но второй, третий нормально все. Второй отец. Лучший тренер на свете. Реально, как второй отец. Вот просто справедливый, когда надо строгий, когда добрый. Так в целом все хорошо у нас. Дома всегда лучше. Чувствуется вот эта поддержка. Родные стены. Ну, знаете, еще бывает лучше и не дома, когда вот все приходят, более волнительно. Вот это тоже действует на настрой боя. Получился, в принципе, по плану, из-за некоторые недочеты, которые нужно исправлять. Ну, в следующих боях мы это исправим и сделаем уже в свою пользу. Я недоволен, тренер тем более. Я думаю, что да, еще, ну, есть чем работать в любом случае. Попался соперник не совсем удобный для меня, но, в принципе, с такими не раз разбирался. Тем, что он часто очень в клинч входил, то, что в ближний бой часто заходил. Ну, то есть, это не мне делает плюсов, не ему. Вот, то есть, ну, чистого бокса для этого не показывает.